Мини-пини. Тигровая чихуашка. Скажи что-нибудь. Привет, дорогие друзья, с вами снова Догмамани и мои собаки Софи и Эйвен, которые сейчас позади меня едят траву, и мы в деревне. Каникулы у бабушки начинаются! Проникнуть в эту прекрасную усадьбу практически невозможно, и только внукам Софи и Эйвену бабушка разрешила заглянуть в каждый уголок и поделиться с вами, ведь здесь столько всего интересного. Поехали! Софиша ест траву. В это время кот Майкун идет к нам поздороваться. Привет! Ай, какой ты красивый! Эйвен пробирается сквозь заросли травы. Эйвен, Софи, пойдем познакомимся. Кто нас встречает? Кто это такие? Пойдем, заходим. Кардиганья Туса! Кто это? Это Бабасик! Циля и Давочка тут! Птичка здоровается с Эйвоном! А Вуся, Авочка! Что ты говоришь? Привет! Как дела? Отлично! Да, Сар, привет! Сара, попугай, Ара! Ара, попугай! По имени Сара! Сара! Сир Бернар по имени Варя! Вы спрашивали очень многие, как коты ладят с собаками. Так вот, коты живут в этом нашем прекрасном месте вместе с собаками и дружат со всеми. Кот Майкун по имени Маленький, размером с собачку, больше Софи маленький. Ой, все, я пошла. Софиш, идите сюда! А кто бежит? Какие собаки бегут? Птичка, привет! Авуся, смотри, кто тебе в гости приехал. Детство Эйвена прошло именно здесь, с кардиганами. У бабушки в деревне. Авуся, наверное, самый старый кардиган в России. Бабулечка, кто тут мешает мне снимать? Бабася, Ава, Туса бежит. Пойдемте. А в барбекю отдыхают борзые. Любезный, привет. Красота. Длинноногие, длинномордые красавицы. Если любезный встанет, то он будет высотой с меня ростом. Вот так вот. Прямо напротив. А это котик-антибиотик с медвежьими ушками. Пантера. Иду на скотный двор. На пути у меня Бабасик, Бобик и Иван. И вся туса, вся банда. А сейчас мы увидим Марту. Австралийская пастушья собака, австралийский кэтлдог или австралийский хиллер. Марта была первой австралийской пастушьей собакой, которая приехала в Россию. Яблоко. Сейчас есть и другие представители этой породы в России, но Марта была самой первой. Красивая какая собака. Задиры бегут. Марта, собака, улыбака. Пойдем покажем животных местных, которых ты охраняешь. У Марты работа охранять животных. Индюшки. Кролик по имени Шляпник прячется тут у нас. Марта, пойдем покажем еще других кроликов. Тут живут крольчатки маленькие с мамой кроликом. Всякие разные зайки тут живут. Разные красивые зайки. А тут одна из крольчих прорыла нору. Вот она сама сидит, отдыхает. Красивые куры тут у нас. Да. Привет. Мартусь, следишь? Голубятня. Какой у тебя хвост. Такие красивые голубки. Мы тут все застыли. Спасибо, Марта, большое, что всех показала. Я тебя покидаю. Козочки и овечки. Привет. Привет. Овцы Тексели, как в фильме про говорящего поросенка. Да, привет. Какие вы красивые. Видите фильм, где были овцы с поросенком, с говорящим? Вот это овцы. Название породы Тексели. Ой, козел. Козочки. Красивый какой козел. Какой козел красивый. Привет. Привет! Вот в таких вот прекрасных краях выросли София. Пока, овечки и козлики, мы еще к вам вернемся. Кардиганам, настоящим пастухам, это самый рай. Детство твое тут прошло.
Тусовка вовсю. Вот мы с Эйвоном сходим в гости. Эйвон знает, куда идти. Это дом его прабабушки и друзей. Да, семья Йорка. Три подружки, Капа, Ума и Нюра. Вот так-то, Саша. Узнаешь? Молодец. Жарко, да? Горячий. Горячий? По улице бегал, да? Да, солнце там. Умка, Нюрка, Капа. Кто такие хвостокрутки? Вертихвостки. Да не ревнуют, да ладно. Да. Да. А вы думаете, вас кто-то будет забирать? Кому нахер нужны? Ой, тягу-то на скале, я вот так побираюсь. Побираться вот так, да, молодец. Скажи, меня снимайте, я люблю сниматься. Ой. Придем к вам снимать вашу реакцию. Бабушкина реакция на видео. Будете смотреть видео? Пойдем. Придем еще к вам в гости. Пойдем посмотрим, кто у нас еще тут есть. Кто тут нежится под солнышком? Чейзик, рыжий Чейзик, привет. Привет, Чейзик. Старушка, алабай, муха. Смотрите, кто тут у нас? Муха. Красавица. Охранница наша. Синяя кардигана. Правда, мамочка Софии Эйвона по имени Моля уже умерла. И мы сходим к ней на могилку и вам обязательно покажем. Да, это кардиган Маха. Наша родная девочка. С кем Эйвон играл, когда был маленький? С Машуней, голубоглазой мраморной красавицей. Обожаю мраморных собак. Это Масик? Масик, кардиган не Масик. Мах, иди сюда. Помнишь и Васик? Эйвон, иди сюда. Помнишь Маху? А это наш маленький гостик, чихуахуа Торик. Вот такой вот совсем масянечка. Торик уже завтра уезжает из гостей. Скачет там красивая канареечка. Так она красиво по утрам поет. Мэнни, Пенни и Софи спускаются по лестнице. Мэнника, Мэнни, Пенни, скажи что-нибудь, хрюкалка. Клим, привет, Клим, мужик встречает нас. Ох, пойду в гамак. Кто ко мне идет, мои друзья? Кардиганья семья. Кто-то что-то там унюхал. Софи строит цилю. Цилля ложится на живот, Софи главнее. Эйвон строит даву. Софи, ты сниматься хочешь в главной роли? Тут столько героев, да? Да, уж сколько всяких животных, мам. Даже добавить не... Ой, нечего. Фейл. А? Так, ребята, я тут королева. Я тут на троне главная. Эй, куда вы? Софи, все ушли. Блин, ну что, все равно. Ну что ж, сегодня вы увидели практически всех членов нашей огромной семьи. А в следующих выпусках вы познакомитесь поближе не только с ними, но и с создательницей всего этого волшебного царства, бабушкой Софии Эйвона и по совместительству владелицей одного из старейших и крупнейших питомников вельшкорги кардиганов России. Пойдемте! Ставьте пальцы вверх и не забывайте писать в комментариях, кого вы больше всего хотите увидеть. Брат с сестрой набегались, да? Да, устали сегодня. Уже устали знакомиться. Ага, на следующий денек. Каникулы в деревне начинаются! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.